было, когда еще, ну, не катались, ну, как бы это. Нет, я по нем ходил, но ехать кататься не решился. А, нет, так-то я тоже катался. Он уже прям был весь. Твердый. Ну вы когда ездили, он зеркалил? Да. Тоненький, свежий был. Да. А этот уже был такой. Мокрый. Потому что лед разломали, да. Кто-то ездил. Угу. Стоп. Хотел тебя подтолкнуть наоборот. Надо как-то нам кому-то спереди. Давай, я поеду тропинку протаптывать. Слушай, тут что-то распахали вообще как кошмар. Более-менее, ну, мёрзлая. Не тонет велик. Грязный, наверное, да? Походу, с края надо, слева. Где-то, да. Знаешь, почему так? Потому что сегодня велик помыл. Честно говоря, не ожидал, что будет такие. То вообще дорогу испортили, вроде нормальная дорога была почти.
Я как на ледоколе. Наверное, вон там лучше было. А, ну или здесь. Пока нет, но чувство дела идет к этому. И чё, как отсюда выбираться? Я что-то даже... На газы. Да, что-то капец. Главное не промочить. Да. Не говори. Что-то я не ожидал таких этих приключений. Что, попрем? Помнишь, что там как-то страшновато? Ну. Знаешь, что тяжело подниматься, насчет спускаться? Опасно спускаться. Подниматься тяжело. Тут еще лед. Ага. И запах, лес, иголки, ну, хвойная такая фигня. Слушай, мы в прошлый раз, когда ездили, здесь уже снег был. Помнишь, снег же был? А, в мае. А это было в мае или в прошлой осенью? Ну, в мае. А, вон. Мая. Ага. Точно, точно, мы еще думали, это подснежники или нет. Значит, это был точно весна. Так, ну что, погнали наших городских. Бля, тут дорога такая, что по камням.
На дороге вот такой ледок, снежок. Угу. Ничего себе. Не может скользко быть. А? Скользко может быть. Машина. А, наверное, кто-то.
Вот так как хотел велик помыть. Вот так вот. Где-нибудь. Как бы колесо помыли, зато траву тину намотал. Блин, не то это место надо было. Ну что, так, где может почище есть что-нибудь? Все, колесо как новое почти. Ну да, слушай, тут как раз. Там сейчас солнца нету, потому что, ну, она закрывает эти сопки. А сюда как раз получается. Угу. Дорожка такая. Только косвечи какой-то небезопасный. Бревнами обложили. Камнями надо. Ну это. Угу, но он уже засох, сухой. Угу. Все, лиственница уже опала. Все. Тем. Вот хорошо, вот тогда в том году конец сентября. Да. Начало октября еще нормально. Да. Так. А вот это там весной елочка, мы его снимаем. А, слушай, ну. Она, по-моему, даже не выросла. Какая была, такая и есть. Больше не стала? Неа. Не медленно растут. Елки вообще медленно растут. Вот. Сколько ей лет? Ну, не знаю, но она вот, по-моему, весной такая же точно была. Угу. Березы быстро растут. А вот елки. Так, а что, мы налево? Мы же решили испытать новую дорогу. Вот народ елки срубает, да, на Новый год. Я вот тоже раньше, как бы, ну, настоящая, живая, да. Пойдешь где-нибудь в лесу. А вот, да, я вот сейчас только заметил, насколько они долго растут. Если бы они как березы росли, то как бы ладно. Ну, трава еще зеленая попадается. Да. Хотя минус, а трава зеленая еще. Ты по этой дороге ездила хоть раз? Да. Ну, год назад тоже уже пойду. В какое время? В ноябре. А вот 8 ноября мы тогда на тот. Пойду покупались. Угу. Здесь поехали, да? Здесь плюс, что грязь вся вот эта, она мерзлая. Угу. Не тонешь, не. Ну и тут этих нету. Гор, сопок. Да, подъемы. И мело, по кругу едешь. Озера, 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 озера. Налево, направо. Накопали их все. Ну да, тут, по крайней мере, пока что дорога лучше, чем та. Ну там.
Я довольна, что я выпустила. У меня сегодня сегодня упадок сил был. Вообще сил не было никаких. Даже с ребенком не нашла силы погулять. Это как-то тяжело было. Думала, что мне надо на велосипед, но тяжело. Хитрая такая. Не, мне это не писала. Тоже ничего так, озерцо. Там видите, оно еще как. Угу. Ну, на лето можно на лодке покататься. Кстати, это даже скрипит немножко. Озеро побольше, чем, по-моему, чем то. Ну, если так вот взять по площади. Ну тут вроде границу видно, а там там. Да, рановато еще. Совсем рановато. Ну, где-то через неделю. Протектор у вас. Можно подумать, что тут мотоцикл ехал. Ну, люди так и подумают. Тут, по-моему, машина для... дорога для машин хуже, чем для велосипеда. На велике еще можно как-то. Слева тоже озеро. Сюда надо было, справа. Так, ну, налево пойдешь. А я вот не помню. Направо пойдешь. Ну, скорее всего, туда. К дороге. Сейчас я направо маленько проеду.
Ну, чисто посмотреть. Там, скорее всего, дороги нету. Но одни озера кругом. Прикинь. Сейчас, скорее всего, эти озера где-то вот тут сойдутся в кучу. Точно, смотри вот здесь. Не говори. Прямо озеро. Угу. Разворачивайся другой стороной. Еще одно озеро. Это уже такое чувство, что это уже, наверное, 10-е озеро. А вот здесь, смотрите, льда нет. А здесь лед дальше, вон там, к центру. Слушай, я правда сюда не ездил, как бы, с этой стороны. Тут вообще летом лодку спустил, и вон, только не знаю, рыба есть, интересно, нету здесь. А, видимо, она есть везде, там всех есть, где кормили. А там вон люди, да, по-моему? А там вон люди. Люди? Люди, далеко. Да, я не вижу. Вон там. Ну да, 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 вот там. Вон, типа домик какой-то. А что там за домик? Угу. А как на нее они заезжают? А там машины, да? Где-то вот там, дорога где-то, наверное. А, там люди тусят, да? Я и говорю, да. А я туда куда-то смотрела. На машине? Не, ну конечно, красота. Мне тут далеко не надо, да? Угу. Тут, наверное, и весной, и осенью, кстати, здесь тоже все в лиственнице. Интересно, здесь народу много по лету? Но с другой стороны, я так смотрю, тут места всем хватит, наверное. Интересно только, сколько народу про эти места знает. И дорога такая этим иголками от лиственницы посыпанная, как ковер. Слева еще одно озеро вон. А вот туда, наверное, дорога. Не поедем? Не знаю, как вот это. Ну, там, людей смущать. Как они туда доехали? Смотри, какая дорога хреновая. Муравейник. Разрушенный. Вот и лужи, наконец-то.
так. Медведи же еще не спят? Медведи? Нет. Как раз собираются. Думают, что поесть. Вот сейчас самые такие были. Слушай, а как здесь люди на машинах ездят вот по этим лужам? Короче, через час сядет солнце, а мы заблудились. Опа! Так. Я вас, наверное, вперед пропущу. Конечно, каша ледяная. Каша изо льда. Вроде кончилась плохая дорога. Все, выехали. Как же так? Так, все. Центральная дорога. Ну теперь спуск, спуск, в принципе. Тут до Бочина, кстати, немного оставалось. Можно было до Бочина доехать. Тут пару километров до Бочина. До Бочина. Угу. Ну вот я про что и говорю, вот дорога сухая, а там лужа на луже.